Pale Ale. Лицом по мне. Ну вот Хабаровский хардкор. Хардкор. Вот. Ёлка. Ёлочка. Ну да, цвет такой. А по-моему горький. А по-моему уже горько это, да? Не очень, да? Не, я просто горький не люблю. Ну, а ты зачем его выбрал? Потому что я взял все. Ты просто пробовальщик. Ну, елка, да, действительно. Ну, кстати, как волковский вот этот, вот он также похож. Не, волковский мне нравится, несмотря на то, что и волковский горький. Я на самом деле сейчас не особо чувствую после джина. Не, я ничего плохого на самом деле сказать не могу. Ну, какой-то вот еще попробуем. Какой-то вяжущий эффект, что ли, у него получается. Не, ну, по крайней мере, это не ужас. Вот я тут подарил. Ну, оно, конечно, горькое очень. Ну, вкус у него прикольный. Ну да, ну то есть нормально, это, как говорится, да, не ужас, летящий на крыльях ночи. Так что, в принципе, у нас могут, могут что-то сварить. Апа, да. Ну, апа, оно есть, апа, оно должно быть горько. Ну да.